Всем привет! Это снова «Давин без границ», и мы вернулись на YouTube. Продолжаем снимать наши ролики. И сегодня отвечу на один из наиболее частых вопросов наших зрителей на YouTube. Чем мы чистим регуляторы при сервисе, то есть как мы очищаем детали. Все очень просто, но в то же время требует определенного оборудования. Сейчас я вам покажу, чем мы пользуемся. Итак, для очистки наших регуляторов во время сервиса мы используем вот такую ультразвуковую ванну. Надеюсь, вам видно. Объем тут небольшой, мощность, в принципе, тоже всего 50 Вт на ультразвуковую очистку и 100 Вт на нагрев. Вот объемчик тоже, как видите, небольшой. Здесь, наверное, ну, литра полтора, дай бог, я думаю, да, не больше. Ну и самое главное, то есть как, собственно, мы ей пользуемся и что мы используем. Вы уже, наверное, видите в кадре, у меня вот стоит бутылка уксуса. Да, это обычный уксус, по-моему, да, 5%, вот тут написано 5% содержания уксусной кислоты. Не эссенция, не концентрат, не уксусная кислота, а именно уксус, обычный пищевой, который прям в блюдо добавляется. И сейчас я приготовлю смесь, вернее, раствор, в котором я чищу. И попробуем с вами очистить. Вот у меня лежит уже несколько лет без дела вторая ступень Скуботека. И плюс еще вот есть очень-очень-очень обросший сильно ниппель манометра. Я не знаю, будет ли это хорошо видно на видео, но попробую увеличить. Вот он достаточно сильно загрязненный. Ну, сейчас попробуем все очистить. Для приготовления жидкости для очистки я использую горячую воду, чтобы потом не нагревать. Вот тут у меня баночка на 650 грамм. И добавляю уксуса один к одному. То есть получится где-то, наверное, 2,5% раствор слабенький. Чтобы получился раствор один к одному, перелью сразу в банку, чтобы это было наглядно, что это одинаковое количество воды и уксуса. И дальше я добавляю средство для чистки посуды, любое, типа фейри, прила. Вот у меня прил. Примерно 1 столовую ложку чистящего средства. Вот, все, раствор готов. Осталось в него сейчас погрузить наши детали. Сразу опущу туда ниппель манометра. А регулятор требуется сначала разобрать. Тут у меня на хромовом покрытии есть уже изначальное повреждение. Вот, не знаю, как он себя поведет сейчас в этом растворе, но мы посмотрим. Тут видно, что все достаточно грязное, все обросшее. Вот, ну, посмотрим, в каком состоянии. Вот, особенно здесь хорошо видно, как солевые отложения корродировали данную деталь нашей второй ступени. Вот сейчас опустим в очистку и посмотрим, что у нас получится. Я не буду разбирать, потому что, в принципе, я сейчас просто демонстрирую, как работает эта данная система очистки. Поэтому погружаем в нее все детали. И включаем. Я делаю это вместе с нагревом. Включаем, вот поставляем таймер, ну пусть будет 30 минут. И включаем нагрев. Допустим, до 70 градусов. Все, очистка пошла. Посмотрим, что у нас получится через 30 минут.
Ну а пока детали чистятся, я вам напомню, что у нас на сайте вы можете пройти бесплатный курс Nitrox Diver, единственный курс, который, ну, единственный курс дайвинга, который возможно пройти онлайн, и заплатив только за изготовление пластиковой карты. Мы сейчас проводим его только по двум ассоциациям, это NDL и IDU. К сожалению, пока приостановили проведение курса по TDI по причине проблем с отправкой сертификатов в Россию. Вот. Ну и по причине проблем с оплатой, опять же, этих сертификатов. Также напомню, что на нашем сайте вы можете заказать себе отличное снаряжение. Заходите по ссылке. Цены вас приятно порадуют, особенно сейчас. И плюс, как вы знаете, сейчас очень большие проблемы с доставкой из-за рубежа. Мы эту проблему решили, и доставка есть. Она включена в стоимость всех товаров, которые рекламируются у нас на сайте. Единственное, что доставка по России оплачивается уже самостоятельно. Для тех, кто самостоятельно обслуживает регуляторы, пользуясь нашими роликами, мы можем также предложить ремкомплекты. К сожалению, в данный момент для нас доступен заказ только ремкомплектов на регуляторы Apex, Scuba Pro и Techline. Другие пока очень-очень ограничены. Мы не снабжаем сервисные центры, то есть мы не можем выслать вам огромное количество, там целую упаковку этих ремкомплектов, но для частного пользования 1-2 ремкомплекта вполне мы можем вам выслать. Цены также узнавайте, то есть по запросу я вам сообщу на ваш регулятор, какие будут цены. Есть немножко ремкомплектов на Aqualung, но я думаю, что пока это, мы еще не решили до конца эту проблему. Да, и часть ремкомплектов, к сожалению, не оригинальная, но при этом проверенная временем. Мы пользуемся этим производителем уже много лет. Вот полный аналог оригинала, только под другим брендом. Качественно, никаких проблем, никаких нареканий. Много лет уже опыт использования этих ремкомплектов. Думаю, что изделия, собственно, ровно те же, что и в оригинальных ремкомплектах лежат в этих пакетиках. Ну, очистка идет. Я уже вижу положительные результаты. И, возможно, мы даже немножечко уменьшим время очистки, но посмотрим. Ну что ж, время работы ультразвуковой ванны подходит к концу. Осталось меньше минуты. Сейчас она отключится. Я извлеку детали, промою их чистой проточной водой, вытру и покажу вам результат полученный. Да, если вы хотите узнать, откуда я взял рецепт жидкости для очистки, честно скажу, рецепт ниоткуда я не брал. Я просто на основании своих опытов и многочисленных очисток регуляторов, то есть деталей постоянно работы, я пришел к такому вот именно составу: 50% воды, 50% 5% уксуса и столовая ложка средства для чистки посуды моющее. Вот все, отработало наше устройство, ультразвуковая ванна. Визуально пока, конечно, ну, я хорошо вижу, не знаю, как будет на видео, то, что отложения почистились, они отлетели. Вот сейчас промою и покажу. Вот здесь тоже видно уже прям сразу, что лучше стало, очистилось. Но окончательный результат после промывки. Итак, вот результаты очистки. Значит, никаких отложений здесь не осталось. Я не вижу уже никакого такого, ну, такого известкового налета, который трудно удалим. Вот тут тоже
Все очень чистенько. Внутри, если видно, то тоже все прекрасно очистилось. Даже не потребовалось никаких специальных дополнительных обработок щетками. Просто ополоснул водой и все. Детали все чистые. Не скажу, что выглядят как новые, так как они не новые, достаточно поношенные. Но, тем не менее, выглядят отлично и лучше, чем просто после очистки в уксусе. Уксус все-таки агрессивен и достаточно сильно разрушает хромированное покрытие, да? Поэтому чем слабее кислотный раствор, тем лучше сохраняется покрытие. Поэтому рекомендую для очистки использовать ультразвуковую ванну. Где взять ванну? Лично я заказывал ее на AliExpress. Вот, и служит она мне уже года 4 или 5. Абсолютно рабочий инструмент и достаточно недорогой. Друзья, на этом позвольте с вами попрощаться. Увидимся в следующих роликах. У нас сейчас достаточно много тем, которые мы бы хотели обсудить как по снаряжению, так и по дайвингу, то есть по технике, по техникам плавания, техникам обучения и, в принципе, глобальные вопросы, связанные с дайвингом. Поэтому увидимся очень скоро. До встречи!